Держи! Есть! 187. Да, не отпускает. Давид Биджанян значительно легче, чем в прошлом. Да, это уже на 3 килограмма больше, чем показал Давид Биджанян. Так, смотрим, чем ответит олимпийский чемпион. Двукратный олимпийский чемпион. Ай-яй-яй. Ну, прокрутились, скажем так, локти. Засчитают. Засчитают судьи. Давайте дождемся отметки. Ну, смотрим. Вполне по силам, на мой взгляд. Штанга летит хорошо, скорость хорошая. Есть! Гораздо лучше, чем второй раз. Да, действующий чемпион мира силен. 193. И первый, кто поднимет уже. Да, 33-233. И в случае успеха первое место. Да. Вот это борьба. Достаточно аккуратно взял на грудь Илья Ильин. Так, чуть-чуть подзажато, но... Скомкано немного, да. Да, да. Запаса не проглядывалось на грудь, но с груди, как из пушки, как и обычно. И 233... Давид Биджанян, 236 и 423 первое место в случае успеха. Ай-яй-яй. Держать, держать, да что ж такое, а, ну... Да, с толчком с груди у наших атлетов явные проблемы. Вот она. Цена чемпионства сегодня. За грань невозможного перепрыгивают ребята. Пушка не сработала в этот раз у Ильина, хотя на грудь значительно легче. Если Нарудинов... Ну, ладно, давайте не будем ни о чем просто сейчас говорить. Посмотрим на попытки Нарудинова и Биджаняна. Первый Нарудинов. Штурм. Второй за сегодня мирового рекорда. Thank you. Да, очень легко на грудь. И есть новый мировой рекорд! Вот это да! Ну, в таком же стиле. Ильину еще прибавлять нужно к этому весу для того, чтобы выиграть. Ух, вот это да! Ну, а до Ильина Давид Биджанян. И в случае успеха будет обходить он Ильина. Обходить Ильина и в толчке на первом месте, я думаю, здесь вот именно... И мировой рекорд новый. Да, новый мировой рекорд, атака рекорда, атака на первое место в толчке и на второе в сумме. Пошел! Давай, 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 давай! Держи, Давид! Стоять, стоять, стой! Молодец! Ильина! Есть мировой рекорд! Браво! Вот это да! 2-1 считают судьи. Да, не каждый день встретишь такую красоту. Илья Ильин. И 242 для победы. Спасибо.
Да, ребята, это двукратный делает. Олимпийский чемпион, и ничего ты не поделаешь с этим. Есть мировой рекорд, есть чемпион мира. Да, вы посмотрите, ну у Ильина феноменальная статистика, он не проигрывал никогда вообще в жизни, у него только первые места, начиная с 2005 года, когда он дебютировал на международных соревнованиях, только первый, он номер один, но это просто невозможно отрицать. Он говорил, что он поднимет столько, сколько надо для победы, и он сдержал слово в очередной раз. Просто фантастика. Ну, Илья Ильин, легенда тяжелой атлетики, это можно уже смело говорить. Я думаю, никто в этом сомневаться не будет. Да, сегодня этому человеку можно все. Отбирает он золото у Давида Беджаняна, но... Здесь была такая заруба, которую мы не видели очень-очень давно. Я вообще такого не припомню. Да, три раза подряд обновлялся мировой рекорд. И в итоге он сразу на 5 килограммов стал выше, благодаря вот этому парню. Да, уперся хорошо. Илюша. Ильинов день, да. Да, как мы говорили, так и оказалось. Да, на грудь там вообще просто космос можно затащить. Да, не зря все мы ждали этот день. Красивейшая борьба, супер результат. Порадовал болельщиков, которые собрались сегодня. 5 из 6 удачных попыток у Ильина. Это, конечно, нечто. С вероятностью 99% Нурсултан Назарбаев на связи. Да, перед вами результаты второго упражнения. Толчок. Космические результаты. Сразу плюс 5 килограммов к прежнему мировому рекорду. Да, это было мега интересно. Но... Человек идет на свое третье олимпийское золото, и хочет он стать трехкратным олимпийским чемпионом, присоединиться к трем уже ныне существующим в нашем виде спорта в тяжелой атлетике.